Привет, друзья! Приобрел на Авито электродвигатель от стиралки для проведения опытов. Вот он такой, внешне целый, но надо выяснить, работает он или нет. Что можно сказать по проводам? Сзади есть тахо-датчик, от него уходят два проводка на колодку. Вот они, красненькие. По цвету проводов можно вычислить, какие провода идут на щетки. Это вот следующий, третий, четвертый. Проводки в ряду. Вот голубой к щетке подходит. И синий мы видим, да? Синий, вот он. В общем, кто не верит, тот может прозвонить. При помощи тестера, например. Берем клемму голубенького проводочка. Слышно, звонится. И дальше есть у нас обмотки. Их обычно две. Посередине. Ну, возьмем вот два крайних провода для подключения. Нам надо провести только проверку. В общем, что для этого нужно сделать? Один провод щеточный соединить с проводом обмотки. Синий с черным. Красные провода не трогаем. Поставил перемычку. И вот у меня есть сетевой провод. Один конец подключаю к щеткам. Голубой провод, синий на обмотку. И второй к концу обмотки, коричневый. Так. Есть. Ну, осталось проверить. Подключаю в сеть. Ну что, пшик или работа? Работает! Наверное, будет правильно и очень важное замечание. Не трогайте его, когда подключили по двум проводам. Двигатель от стиралки, все может быть. Здесь есть клеммочка заземления. И неплохо было заземлить это все дело, а не трогать руками. А то, не буду говорить, чтобы не заблокировали, что случится.